Не секрет, что нынешняя жена футболиста Дмитрия Тарасова подвергается в сети жесточайшей критике. Анастасию Костенко травят верные фанаты Ольги Бузовой и пользователи, выступающие на стороне первой жены спортсмена. По их мнению, Костенко должна нести ответственность за поступки мужа. Сначала модель сама отбивалась от злопыхателей, но терпению Анастасии, видимо, пришел конец. После очередного акта публичного распятия третья жена Тарасова погрузилась в отчаяние и подключила мать-психолога к борьбе с хейтерами. Но профессиональные навыки Виктории Щербаковой, матери Насти, не только не помогли дочери, но и усугубили положение. Неоднозначный комментарий родительницы был так похож на злую шутку, что защитники Костенко набросились на нее, как на очередного недоброжелателя. Теща Тарасова работает детским психологом в начальной школе. Влияние матери в таком случае можно оправдать наличие социальной сети Костенко огромного количества философских постов и скучных умозаключений, в которых, как это показала практика, мама не сильна. Виктория, похоже, хотела помочь дочери, но начальная школа и жестокий мир социальных сетей не одно и то же. Тут без навыков никак. Если вам было интересно это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну и, конечно, не забудьте перейти по ссылке. Здесь вы найдете для себя еще много чего интересного. Спасибо большое за просмотр. Всем пока и удачи. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.